Быть язычником для себя и христианином для других. Именно к этому интуитивно стремится всякий человек. Так выразился в свое время французский писатель и философ Альбер Камю. Так ли это? На самом деле в каждом человеке соединен одновременно и христианин, и язычник. Вот об этом мы и попытаемся поговорить сегодня. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород, а разговаривать на эту уникальную тему будем с Владимиром Ивановичем Ковалем, доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой русского общего славянского языкознания Гомельского государственного университета. Правильно? Добрый вечер, Владимир Иванович. Здравствуйте. Да. Так что, вы согласны с тем, что с выражением Альбера Камю, что в каждом человеке и язычник, и христианин вместе? Ну, это, естественно, касается территории, где христианство распространено. Добрый вечер всем. Вопрос очень интересный и неожиданный, и главное, в точку. Потому что, ну, это высказывание, как и высказывания другие известных очень людей, оно не может быть, наверное, понято однопланово и буквально. Действительно, сложно, с одной стороны, ответить на этот вопрос, потому что в душу каждому человеку заглянуть невозможно. Но я думаю, что вот есть понятие внешнего поведения и внешнего мира для каждого человека, и своего личного внутреннего мира для каждого человека. Лично это что-то такое, на самом деле, глубоко личное, интимное. То, что человеку особенно дорого, то, что связано с его душой. И, в принципе, в моем понимании, здесь нет противоречия между христианином и язычником, и между христианством и язычеством. Когда вы сказали, произнесли эту фразу, это высказывание, я вспомнил слова выдающегося ученого, академика Никиты Ильича Толстого, это праправнук великого Льва Толстого, это академик, ученый, основатель Московской мифологической школы и один из величайших специалистов в области славянской мифологии. Он много раз был в Гомеле, у нас очень любил Полесье. Так он сказал так примерно, что среднестатистическая женщина, посещающая церковь, неважно, россиянка она, украинка, белорусская или полька, она ходит в церковь, она знает молитвы, она соблюдает пост, она молится перед иконами и так далее, но она не забывает накануне Ивана Купалы предпринимать какие-то действия против ведьм и предупреждает свою внучку или дочку о том, что нужно беречься с глаза, порчи и так далее. И это уживается в ее мировоззрении органическим образом. Вот это и есть вот внешнее и внутреннее. Да, наверное вот это и имел в виду, да. Но с другой стороны, на самом деле у нас, у славян, если хотите, уживаются, есть эти языческие В этом нет никакого представления. Сомнения. В этом нет никакого сомнения. Просто можно говорить о том, что эти представления, эти вот верования, они проявляются у разных людей в большей или меньшей степени. А в том, что это есть, так это хорошо известно. Мы пробовали вот такой опрос делать на филологическом факультете. Примерно 90% участвовавших в опросе студентов, преподавателей говорили, что если они не придерживаются, то, в всяком случае, это имеют им хорошо ввиду. Известно, имеют в виду и знают об этом и спокойно к этому относятся. А почему так? На этот вопрос что-то трудно очень, ответить сложно. Видимо, это какие-то глубинные очень пласты, очень глубокие корни. Это какое-то вот такое наше внутреннее бессознательное. То есть на генетическом уровне. На генетическом уровне срабатывает. Не глядя на то, что цивилизация или там, если уже христианство. Ну, конечно, многовековые традиции имеют. И тем не менее, языческое поведение, оно сплошь и рядом проявляется. И священники, отцы церкви и служители церкви постоянно, проводя во время проповеди, говорят об этом. Это известно о том, чтобы вели себя подобающим образом во время, особенно различных ритуального поведения, во время свадеб. Больше всего радуница. Радуница, похороны, потом венчание. Там настолько тесное переплетение христианства и язычества. Но и тем не менее люди все равно на радуницу идут. Не в церковь в массе своей, а на кладбище. А этот чисто это языческий. Конечно, это языческий праздник. Вот, или там во время похоронного обряда
ряда предпринимают какие-то тоже меры, вроде того, что там снимают повязки с покойника определенным образом, их наделяют мистическими свойствами. Потом известные поминки. Поминки тоже языческое поведение, но интересно было бы узнать, кто не устраивает поминки. Все устраивают поминки, это языческое. А это не языческое? Абсолютно. Священник во время отпевания покойника предупреждает. Он знает, что все равно люди пойдут, но он обязан, он должен об этом сказать, что, вы знаете, это вот нехорошо, нужно пойти в церковь, помянуть и так далее. Это языческая тризна, это языческое поведение. С другой стороны, вот вы так говорите, я не знаю, наверное, многие, кто слышит, смотрит нас, да, ну, вроде бы это естественно. Так в том-то и дело. Так было, так и вдруг это языческие... Ну, к сожалению, слово «язычество» приобрело такую негативную окраску. Язычество, язычник. Вот. Ну, конечно, ведь многие столетия вот этого противодействия и противостояния язычества и церкви не прошло даром. Вот. Да. Поэтому и язычник, язычество – это что-то вот такое изначально негативное. Вот, Вы так не считаете? Ну, по большому счету, конечно, нет, потому что в основе язычества, если уже забегая вперед говорить, лежит поклонение природе, духотворение природы и в душе человека с христианским мировоззрением, посещающего церковь. Вот эти языческие постулаты, они переплетаются удивительным образом, чудесным образом и нисколько не смущают. Идут люди во время Радуницы, идут на кладбище и кладут на могилу яйцо и устраивают на могиле, не на столике, а на могиле, устраивают вот эту трапезу, тем самым символически предполагая, что присутствуют и умершие, души умершие. Для умерших. Да, для общения, отсюда вот радуница, радоваться, позитивное вот такое настроение. Но обязательно на радуницу нужно прийти всем. Нужно прийти старикам и людям среднего возраста, зрелого, и деткам маленьким. То есть всему роду прийти, чтобы вот эту связь поколений почувствовать и обратиться к умершим со словами вот... приветствия и такого символического общения с ними, и оставить еду на могиле. Это все глубокие языческие вот эти мотивы, модели поведения. Люди просто не дают себе отчета в этом. Но я помню советское время, очень хорошо помню, Радуницу отмечали в советское время. Это сейчас хорошо, это сейчас уже сейчас, официально. Да. Официальный праздник. А в советское время руководители предприятий знали, что во вторник Фоминой недели люди все равно пойдут в церковь. И автоуправление все равно выделяло автобусы. Потому что если не выделили бы автобусы, огромная нагрузка на такие рядовые рейсы, просто транспорт в негодность пришел бы, потому что наплыв людей очень большой был в городе, да и в других местностях. Поэтому, в общем-то, так делали вид, что не замечают, а на самом деле нельзя было с этим не считаться. Это языческое поведение. То есть получается, ну, такая ситуация двуязычия, двуверия. С одной стороны, мы вот здесь, вот на этой территории. Да. С одной стороны, да, природные корни наши глубинные, генетические. С другой стороны, вот ну, в плане верований это христианство. Противоречие это не входит. Вы сказали, что священники уже на протяжении скольких лет. И все равно ситуация не меняется с вашей точки зрения? Ситуация, ну как, она трансформируется, конечно, и для каждого поколения, для каждого времени какие-то свои проявления. Но мне кажется, по большому счету, в главном, в основном, люди внутри себя во многом остаются приверженцами языческих верований. Некоторые сознательно, даже более чем сознательно. Другие подсознательно. Таких людей большинство. Но тем не менее, это так. Это так. И в ряде случаев и священнослужители, особенно священнослужители, живущие с людьми в сельской местности, они тоже вынуждены каким-то образом считаться с этими древними верованиями. Вот, и каким-то образом учитывать это, по крайней мере. Хорошо, Владимир Иванович, мы с вами упомянули обрядовое поведение, да? Ритуальное, вот, ритуальное, да, например, вот в процессе Радуница, свадьбы. То есть это проявляется только в каких-то знаковых событиях таких в жизни человека. Ну вот именно... Не только. Я, например, вам приведу такой пример.
Вот вы упомянули свадьбу. Что такое внешнее и внутреннее по отношению к свадьбе? Внешнее – это пойти в ЗАГС, конечно, провести церемонию официальную, потому что священник не будет венчания, чин венчания проводить, если не будет документа правильно из ЗАГСа. Потом обвенчаться – это тоже красиво очень. Это тоже внешнее. Вот. А во время свадьбы невеста будет очень бояться сглаза порчи, у нее будет большое количество всякого рода оберегов. Это все языческое. Вот. И я помню, как однажды я шел с работы, тут буквально вот рядом с вашим центром, около, в центре города, едет свадебный кортеж, красивая машина, и за машиной, к машине привязана банка с камешками. Представляете, банка болтается сзади, да. И на светофоре, на всю центральную улицу, да. И на светофоре это кортеж остановился, и я стою. И люди стали обсуждать и говорить, что какие-то, ну, не будем говорить, какие оценки они давали. Но я как учитель, как преподаватель народу кратко рассказал, что это все обряды, ритуалы, это просто оберег, это защита от сглаза, от порчи, это хорошо известный способ отведения нечистой силы, чтобы смотрели не на невесту, а вот это ритуальный шум создать, потому что в деревне запросто к телеге привязывают пустое ведро. Отвлечь внимание нечистых духов. Да, и людей с добрым глазом. Пары, и людей. Так что по-советски вот такие машины ездят, и вот нередко такое встречается. Вот вам внешнее и внутреннее. Значит, кто-то из участников свадебного обряда знает настоял. Это. Да, и настоял на том, чтобы это было сделано. Я думаю, что потом все-таки за это ГАИ замечание сделало, потому что это все-таки опасно, вот ведер за собой по-советски возиться с камнями. Но это смешно, понимаете, а внутреннее, вот с точки зрения человека с такими глубинными языческими корнями, это все естественно и органично. И вообще многое вот, с точки зрения стороннего наблюдателя, многое кажется странным, ненормальным с точки зрения обыденного восприятия. А в языческом или в пространстве вот этого языческого мировоззрения все естественно. К нам, когда иностранцы приезжают, и мы рассказываем, что студентам об основных вот этих ритуалах, и о купалье это что-то не языческое, это языческое тоже поведение. Языческое, да, и, значит, вот и радуница, для них это удивительно. Получается, это разбросано повсюду в нашей жизни, везде это разбросано? Элементы? Я думаю, что везде, если учитывать, что и проявлением язычества является вот и там суеверные всякие движения, вроде постукивания по столу, сплевывания через левое плечо, там произнесение каких-то слов вроде «чур-чур меня», например, «чур-чур меня», там, да, или «ни пуха, ни пера». Это все языческое поведение абсолютно. Или ритуальные вот такие поступки, когда вот, например, у нас скоро будет защита диссертации у одной из коллег, и она говорит: «Вы меня в этот день ругайте». Это языческое поведение. Опять-таки, ну да, когда экзамены сдают, ругаются. Это точно, да. Вы знаете. Нужно говорить плохое, чтобы было хорошее. Как вот с тем ведром, которое... Это плохо, но это чтобы все было хорошо у молодых. Говорить плохое молодым, чтобы было все хорошее у них, чтобы было все позитивное. Если позволите, я приведу один пример из романа Алексея Толстого «Петр I». Я студентам об этом рассказываю, им очень нравится. Когда Петр вместе с компанией там, своих единомышленников и друзей в состоянии слегка навеселе заявляются во двор к Бровкину, персонажу этого произведения, а у него дочка на выданье, правда, крепостная, но это не важно, главное, что девка хороша. И он испугался, Бровкин, как это царь в карете приехал с приближенными, сватает за боярина Волкова. А когда Петр сказал: «У нас товар, у вас товар, да, а у нас купец», он понял, что все понятно, о ком идет речь, и он стал вести себя как язычник. Вот казалось бы, нужно было Богу молиться и просить, чтобы вот послал долю добрую дочке. А он говорит: «Да, да, говорит, гости дорогие, есть у нас товар, есть девка, но она на один глазок кривовата, она ножку волочит. У нее личико, на личике черти горох молотили, то есть побито лицо оспинами, и да, животом скорбное, и одного глаза нет». То есть давай как-то уничижать, да? Да, намеренно уничижает это языческое поведение. Говорить плохо, чтобы было хорошо, ну, до известных пределов, конечно. Вот, а потом он говорит: «Позовите-ка Саньку». Санька вышла, все посмотрели, что все нормально у девушки. Но нужно было
чтобы вот нечистая сила, которая тут как тут, он, конечно, верующий, он, конечно, и все остальные, он специально это делает. Как вот современный преподаватель, образованный, культурный, грамотный, говорит, ругайте меня в этот день. Какое это поведение языческое? У артистов разве нет такого поверья, что если провалится генеральная репетиция, то будет все хорошо? Да, если будут ругать, то тоже будет хорошо. Я с актерами встречался, если, не дай бог, во время читки упадет, упадет на пол сценарий. Да, это как бы... Вот, с точки зрения... Это, наверное, не только у каждого человека есть такое. Мы по столу постучать, мы уже говорили. Да? Хотя нужно было бы, если верующий человек, помолиться. И это тоже может быть. Это тоже одновременно может быть. И может помолиться, и обратиться к Богу. Я еще один пример хотел бы привести, замечательный. Я вот недавно студентам рассказывал. Студент-филологи читают обязательно «Слово полку Игореве». Да. Это великое произведение древнерусской литературы. И там есть такой прекрасный эпизод «Плач Ярославны». Жена князя Игоря, князя, который ушел на войну. Нормальное женское поведение. Она переживает за мужа, за его судьбу, судьбу воинов. Но, извините, 12 век на дворе, конец 12 века. Христианству два века, два столетия уже до Руси. Она княжеская жена, она не простолюдинка. Она должна была бы идти к иконе Божьей Матери, в церковь молиться перед иконой Божьей Матери, как женщина, о том, чтобы помогла мужу и его воинам. А она что делает? Она поднимается на забор, на возвышение, и обращается к природным стихиям, как язычница. Она молится солнцу, она молится Днепру, она молится ветру, она молится воде, она обращается к природным стихиям, прося защиты. Почему? Потому что вот человек в минуту сильнейшего эмоционального напряжения, стресса... Все-таки обращается к исконным каким-то... Вот, к чему-то такому, что... она считает, что это вот важнее. Над цивилизацией, может быть, или над... Может быть. Над религией. Как бы там ни было, но получается, что эта вот языческая молитва, она спасает Игоря. Как бы там ни было, он был в плену, но он вернулся живым. А для жены, для женщин это самое главное. Да Бог с ним, что он тут в плену. Живой-то. Значит, она еще больше, наверное, поверила. Хорошо. В силу своей молитвы. Если уже мы, как бы, язычество. Мы на территории восточного расселения восточных славян исконно. Да? И вот именно этот пантеон богов или та система верований какая-то, вот она сейчас присутствует. Если вот вы встречались, например, те же домовые, если мы говорим о жителях, или в квартиры, не знаю, в квартирах поселяются домовые, вы встречались вообще во время своих исследований? Вот именно? Я понял. Со словом, с термином «бог» здесь нужно быть осторожнее, потому что, когда говорят о языческих персонажах, то обычно говорят о божествах. О божествах. Высшего уровня, да. Потому что божества... Давайте сначала. Персонажи языческие лучше, да. Бог – это христианское понятие. Это, так сказать, нужно признать. И это не совсем корректно. Хотя это сплошь и рядом, правильно вы говорите, употребляют языческие боги. Ну, какие же это боги? Идолы. Идолы, да. Люди почитали их богами, конечно, когда было многобожие. Люди почитали их богами, высшими богами, того же Перуна, того же Хорса. Нет, здесь, если... А вы говорите о низшей мифологии. Вы говорите о тех, которые дома. Я хотел бы, чтобы вы немножко так представление о тех, кто дома, это низшие персонажи, да? Но был ведь пантеон, была устойчивая система. Конечно. Устойчивая система. Да, конечно, была система, и в одной из древнейших летописей «Повести временных лет» как раз говорится о том, что киевский князь Владимир в 980 году повелел воздвигнуть рядом со своим теремом, вне двора Теремного, повелел воздвигнуть пантеон языческих богов, и перечисляется там Перун, Хорс, Семаргл, Мокаш и другие. Вот. Почему, для чего это было сделано? Для того, чтобы показать свою, так сказать, независимость от Византии, очевидно, и привлечь интересы других племен, потому что Владимир государственник был, он думал об укреплении, централизации государства, это понятно. Я хотел бы вот сегодня. Да. А потом, что за 8 лет произошло? Почему он через 8 лет повелел все это уничтожить и крестить Русь? Это сложно очень, но тем не менее, что это было великое событие для восточных славян, для Киевской Руси. Вот. Сегодня мы не различаем этих языческих богов. Да. Или
персонажа сегодня мы не различаем, да. Хотя ритуалы какие-то остались. Если вот даже свадьба или рождение, радоница, да, встречаются и семейные, какой-то... календарные. Дело в том, что сведения о персонажах высшей мифологии, они почти не сохранились, за исключением, пожалуй, Перуна. А вот что касается вот среднего, особенно низшего уровня, то сведения о них, конечно, очень живы, очень живучи. Низшего это то, что я упомянул? Да. Это домовой, это кикимор, это леший, водяной, русалка. Это персонажи низшего уровня. Сказки? Сказки, да. Конечно, в сказках очень сильное проявление мифологии, и мы это находим в сказочных текстах. Вот, ведь сказки – это наследие языческого периода, потому что, как и в язычестве в целом, в сказке человек встроен в природу, человек превращается легко в животных, животное в человека, человек находится в единстве с природой, он цветы разговаривает, листья разговаривают, там горы, реки и так далее. Бежит девочка, спрашивает у яблони, яблони с ней разговаривает, река с ней разговаривает, печь с ней разговаривает. Вот. Что касается вот вашего вопроса о том, насколько это в наше время, удивительным образом в наше время, в том числе в городской среде, где, казалось бы, городская культура и урбанизация разрушать должна. Да, вот электричество. Ростислав Бондарев в сопровождении, да, играет на музыкальном инструменте электрическом. У нас все вроде бы цивилизованно. Удивительно, в городской культуре существует поверье домовых, о русалках, о водяных и так далее. Мы специальную такую программу составили для сбора материалов. Студенты записывают такие сведения о персонажах, которые, по мнению некоторых людей, находятся рядом с ними. Это невидимые, но и неощутимые, нематериально выраженные, но в существовании их люди настолько уверены, что оставляют там им кушать, там молочко, конфеты. Барабашки. Это в какой-то мере тоже, да, барабаш, как разновидность домового. То есть стараются с ними быть, так сказать, в договорных отношениях, не конфликтовать, договариваться и как-то вот мириться, учитывая то, что и это есть. С этим нужно считаться. А может быть, извините, я немножко в другую сторону. Может быть, это желание человека, то есть даже пускай цивилизация, пускай панельные дома, асфальт. Может быть, это желание человека, в общем-то, как-то встроиться даже в эту среду, даже в эту искусственно созданную среду. Но для того, чтобы спокойно было, чтобы как-то гармонизировать внутренний мир свой. Вы правильно, вопрос задали такой, можно сказать, риторический, на который не нужно ответа. Это так, тут все сразу. И вот то, что вы сказали, конечно, стремление к гармонизации мира и возвращение к истокам где-то неосознанное. Где-то, может быть, и впечатлительность чья-то, образное мышление, потому что очень часто мы встречаемся с рассказами людей, таких персонажей, таких людей, которые вот обладают как раз таким вот образным мышлением, либо это, ну, так сказать, самостоятельно доморощенные художники, поэты. Да, ради бога, можно и образование. Нерешенная фантазия. Нерешенная фантазия, да, совершенно где верно. Сам человек может сам себе сказки рассказывать, да, грубо говоря. Знаете, вот я вспомнил на ходу, такой был поэт, известный в советское время, нашему поколению, Эдуард Досадов. Да. И вот у Эдуарда Досадова есть хорошее стихотворение о домовом. По-моему, он слепой был. Он прекрасные стихи писал. Удивительно, но современные студенты любят стихи Эдуарда Досадова. Я спрашиваю, девочки, зачем? Вам это же не ваше время. Они говорят, искренне. Вот он искренне, он пишет о любви, он пишет об отношениях, пишет о молодых людях, это вечные темы. И вот он читает. Но не об этом речь, о том, что он написал стихотворение о домовом. И суть такая вот тоже, что в наше время электроники, ракетной техники, там быстродвижущихся механизмов и так далее, компьютеров, нет места домовому. И бедному домовому негде поселиться, ему душно, и вода в реке грязная, и жить негде, печи не стало, печей не стало, ведь домовые под печью живут.
нет места нахождения или под печью, или под веником. Веников не стало, и печей не стало. А пылесос – это уже не место для домового. Вот. И домовой как-то залетел в дом к поэту и стал жаловаться, сел на форточку и говорит такое доброе стерение, что вот как мне быть, куда мне деться? Он, естественно, сказал, оставайся у меня. Оставайся у меня, да. Положил ему такую рукавичку или носок там на батарею, и он там живет, и ему это хорошо, потому что домовой, он будет фантазией, он подталкивает, добрым мыслям располагает, он обращает человека вот к вечным каким-то вот таким истокам, к изначальным, заставляет думать о неприходящих ценностях, потому что домовой – это ведь воплощенный предок. Это так дорого. Почему поверья домовых такие живые? Потому что домовой людям подсознание это чувствует, это воплощенный предок. А культ предков у нас, особенно у белорусов, очень сильный. То есть предок – это святое. Вот как дед, бабка сказали, значит, так и надо. Нужно уважать, ценить предков. И вот эти дни поминовения усопших очень распространены и развиты. Но если христианская составляющая, нужно пойти в церковь, помолиться, подать записочку там и так далее. Это внешнее. А внутреннее – это вот можно прийти на могилку и положить там какие-то предметы. Тут удивительно то, что это уживается у нас. Удивительно, то и другое уживается. Не противоречат друг другу, да. Ну, смотрите, вот вербное воскресенье, если разобраться, это по-христиански называется день вошествия Христа в Иерусалим, вход Господень в Иерусалим. Церковь так называет этот праздник. Да. Разве люди, приходящие толпами к церкви с веточками, думают о том, что это вход Господень в Иерусалим, и веточка символизирует пальмовую ветвь, которой махали восторженно люди, видя Христа, ну, идущего, который предадут его через... верба, начало какого-то... Ну да, расцвета. Да, и вот это освящение, вот этой вербочкой похлопать там друг друга. Может быть, христианство, хотя где-то в какой-то мере и есть так, привязывало эти символику христианскую, привязывало к язычеству. Это один из путей вот, так сказать, гармонизации отношений, потому что зачем противопоставлять? Искоренить, лучше привязать, подвязать это. Либо смотрите, вот яблочный спас, если вот вдуматься, священник говорит, это же кощунственное выражение, яблочный, что такое спас? Это спаситель, это сокращенное слово, а спаситель это Христос. Как это может быть яблочный спас? А для людей это день преображения Господня, называется в церковном календаре. А для людей это что, пойти в церковь яблоки посвятить? Ну, там другие, виноград, груши, что-то такое. Разве же в этом дело, вот для человека, чтобы яблоки посвятить, он поесть, чтобы подумать о том, что такое преображение, это совершенствование души, это, конечно, работа над собой, над своим мировоззрением, это углубинно, это гораздо сложнее, чем посвященное яблоки съесть. Или что такое крещение, которое будет 19-м? В прорубь окунуться? Нет. Крещение Господне – это приобщение к вере, вообще-то говоря. Это память о событии, которое описано в Библии, ну, вы все знаете, о том, что вот был крещен Господь в этом. Но люди понимают очень все вот так. Значит, на Пасху разговеться, на Спаса посвятить яблоки, в крещение, пойти в церковь набрать скопление народа, тысячами идут, чтобы воды набрать. Воды. Да, не помолиться в церкви. Не отдать должное вот этому великому событию, крещения Господне, не проповедь послушать, а воды в бутылку набрать, а для соседа там еще этот самый. Вот это, конечно, язычество. Это и образованные, культурные люди на машинах приезжают, чуть ли не канистры набирают. Набирают бидонами эту воду. Кстати, вода не портится, это правда. Я тоже набираю. Ну, наверное, все набирают. Потому что люди верят в то, что в целительную силу вот, и креста, и освящения. Вот и... интересно, это касается, ну, в возрастном. Это увлекаются только, ну, или популяризируют, это поддерживают преклонного возраста или молодые. Давайте мы, Владимир Иванович, сделаем небольшую паузу. После небольшой паузы мы как раз вот с этого и начнем. Уважаемые телезрители, мы разговариваем сегодня с Владимиром Ивановичем Ковалем. Это доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского общего славянского языкознания Гомельского государственного университета.
университета имени Франциска Скорины. Руслан Бондарев помогает нам, музыкальное сопровождение. После небольшой паузы мы вернемся в эфир и продолжим разговор о славянской мифологии, о том, как она переплетается в нашей современной жизни. Продолжаем нашу вечернюю встречу на канале «Беларусь-4». Мы разговариваем с Владимиром Ивановичем Ковалем. Это доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Разговариваем о славянской мифологии, о языческих проявлениях в нашей жизни. Так, абстрактно, в общем, да? Ростислав Бондарев помогает нам в качестве музыкального сопровождения. Мы перед перерывом остановились на том, я задал вопрос. Это только люди преклонного возраста, старшего поколения культивируют, так сказать, обращение к древним славянским корням, какие-то языческие поверья, верования, приметы, или молодежь тоже как-то обращает внимание, потому что, кажется, что там, смартфоны, телефоны, это зачем? Вы знаете, вопрос очень хороший, потому что, удивительным образом, и новое время дает нам примеры вот таких проявлений. Что касается вопроса о том, когда человек более или менее осознанно или сознательно обращается к языческим верованиям. Повторяю, осознанно или неосознанно он обращается. Это довольно рано. Я думаю, в подростковом возрасте, уже когда ребенок становится подростком. В частности, если брать применительно к тем людям, которые всю жизнь вокруг меня, я уже, слава богу, более 40 лет работаю преподавателем, это девушки, они гадают. Девушки гадают. Гадают? Конечно, гадают. Они подростками были, они почти все гадали. Я спрашивал у них, не стесняйтесь, говорю, поднимите руки, кто гадал. Или кто не гадал, одна или две. Остальные гадали, все гадали. Что такое гадание? Гадание – это заглядывание, запрос о своей судьбе. Но обращение не к Богу, а обращение непонятно к кому. К зеркалу, к воде, к огню, к отражению на стене свечи, или горящей бумаги, кофейной гуще. Способов гадания много, вплоть до таких не очень приличных. У Жуковского раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали и так далее. Кстати, там перечислены основные способы гадания. Это обычным делом было. Перед крещением, представляете? Люди-то верующие, они все верующие были. Они понимали, что они совершают греховный поступок. Они снимали в это время крест с себя. Они должны были снять пояс. Девушка должна была косу расплести, потому что это нехорошо. Но гадают все равно. А потом она должна была пойти на исповедь и священнику признаться в этом. А как? Обязательно. То есть, нельзя. Священник – это связующее звено между человеком и Богом. И священник ее отчитает, эту девушку, так что она плакать будет. И будет говорить, я больше не буду. Он ее простит. А через год она будет снова гадать. Владимир Иванович, может быть, и сейчас это гадают девушки, вовсю гадают. Может быть, это на уровне, как сказки, современное отношение к сказкам. Это легче всего сказать, как сказки. Я думаю, что какие-то срабатывают, что-то несерьезное, срабатывают что-то глубинные механизмы. И, по крайней мере, я не буду говорить, сколько там процентов из них понимают всю важность этого всего. Но, во всяком случае, когда я им говорю, что вы же поймите, что вообще-то это с точки зрения христианской морали делать нельзя, и священник говорит правильно, он говорит, но то, что гадали ваши бабушки, гадали ваши мамы, вы гадаете, тут ничего не сделаешь, никто вам не запретит. Это опять-таки внутренний мир, личное, интимное. Смеяться просто нельзя над этим, потому что это судьба. Это судьба каждой и каждого из вас. Как смеяться? Тут, может быть, не все и признаются так публично, общественно, Это не слишком, то, что грешен, потому что это слишком потаенно, слишком внутренне. Я тоже подумал, может быть, обращение, мы так в процессе разговора постоянно волей-неволей сталкиваем, хотя изначально именно так язычество и христианство, но, может быть, человек обращается к таким исконным, генетическим, природным
внутренним, задает вопросы именно внутренним этим субстанциям, если хотите, мифологизированным, когда не находит ответа в реальности, наверное, не находит ответа в, также у священников, также, я не знаю, там, не у политиков, не чувствует поддержки, да. Не чувствует поддержки. Это то же самое, что Ярославна она чувствует, что вот это кажется ей более надежным и более нужным в этот момент. И что еще очень интересно, я не знаю, у меня такая задумка есть написать вот работу о проявлениях языческих в современности, потому что реминисценции есть, эти вот отражения. И... Ну, вот я именно сюда вас и подталкиваю. Да. Вот, например, смотрите, самый такой простой пример, и не очень приятный, когда вот на подъездах, там, на остановках объявления, вроде там «Ведьма в пятом поколении», или «Ведунья», слово «Ведьма» не пишут, «Ведунья», «Ведунья в пятом поколении», излечит там от всех болезней, определит судьбу, там, значит, привороты, отвороты сделать и так далее. Это шарлатаны, конечно. Вот. Но если разобраться, вот слово «ведьма», оно ведь образовано от слова «вед», «ведать», «веды», «ведание». То есть это знающий человек. И изначально вот эти древние языческие ведьмы, они не имели негативного такого ассоциации, негативных коннотаций или представлений, как сейчас. Это просто ведунья, та, которая что знает. Это одна из разновидностей Бабы-Яги, о которой вы вспоминали. Она знает, куда идет герой, где его девушка находится, что ему надо для этого, что ему пригодится. Ничего плохого она не делает. С другой стороны, когда вот так пойти к гадалке или к, как это говорят, так условно, к бабке, в обиходе. Мало кто задумывается о том, что это вот такие вот корни. Ну, кажется, что, ну, не знаю, врачи не помогают излечить какую-то болезнь. К сожалению, а вдруг бывает, вот это предсказание судьбы, то есть когда получается такой ключевой момент, пограничный, вот поэтому опять говорим, обращается. Да. Когда человек находится в сложной, очень тяжелой ситуации, он к чему угодно обратится. И к бабке, и к гадалке, и к ведунье. Для того, что, конечно, не все, но многие, очень многие, особенно в ситуации отчаяния. А что касается вот этого интересного вопроса о том, как это соотносится вот с современными технологиями, я недавно совершенно узнал, что есть по аналогии с словом «домовой» есть понятие «хомовой». Хомовой – это от английского home, дом. Это персонаж, который живет в компьютере. Представляете? Это не смешно, потому хомовой. Что… Хомовой, да. Этого хомового изображает как домового, такой домовеночка, ну, мальчика в очках, с ноутбуком или планшетом в руках, сидящим на системнике. Потому что вот этот компьютер тоже одухотворяется на подсознании языческом, как нечто живое. Потому что он может там ни с того ни с сего зависнуть, он может ни с того ни с сего, значит, там как-то сбиться, он может подвести. Или наоборот, очень хорошо работать, хорошо чувствуется взаимодействие с этим. И для того, чтобы хомового... Как домовому молочко дают, так нужно бережно относиться к компьютеру, давать ему отдыхать. Кактусы ставить рядом. Кактусы рядом. Да, программы ставить какие-то ему там, кактусы, да, по-разному. Понимаете, потому что вот таким вот образом древние верования, они переходят в телефоне, говорят, там тоже кто-то вот есть такой, который помогает быстро, оперативно смс-ки отправлять, там, входить в интернет. То есть, вот, казалось бы, помещают это осознание в невероятных таких формах в современные гаджеты. И при этом... Попробуйте, я предлагаю вам и нашим телезрителям забросить в поисковую строку слово «хомовой» через «о». «Хомовой». Узнать, кто это все, такой. Да, и там будет хомовой, и рисунки, и картинки, и сведения о нем. Это очень интересно. Я спрашивал у студентов, они говорят, а как же? Конечно, есть, знают, и вот там и дарят друг другу хомовых, вот, и подбирают рисуночки эти. То есть, ну, это как забава. Но верят в это люди. С другой стороны, Владимир Иванович, ну вот мы сказки коснулись, да, сказки, которые исконные, имеют основу, исходя из мифологии, верований вот этого языческого пантеона богов. Сейчас совсем другие сказки. Это я вот по поводу хомового, тут что-то, тот же Гарри Поттер, которого целая серия сказок. Это тоже мифология, кстати, да. Мифология, но мифология на сегодняшний момент, эта мифология разрастается до такой степени, что, в общем-то, я не знаю, фантастика такая же сказка, там уже не то, что разговаривают
бывает. Но люди вживаются в эти образы, вживаются настолько... Я к чему это все подвожу? Не является ли это каким-то вот неоязычеством таким? То есть, с одной стороны, мы, да, цивилизация, христианство существует столько, и неоязычество какое-то. Да, вы употребили термин, который, в общем-то, называет течение в общественной жизни нашей страны, и не только нашей страны, но в том числе и нашей страны, сторонники которого пытаются на современном уже уровне, на современном уровне в наше время, понять язычество, каким-то образом, хотя бы в трансформированном виде, привнести элементы язычества в нашу жизнь и следовать тем или иным проявлениям язычества. Неязычество в разных формах проявляется. Самая безобидная форма, если молодые люди просто читают литературу, связанную с язычеством, изучают вот языческие верования и обряды. Нельзя слишком большое внимание этому уделять и вникать во все это. Ну, там, в других случаях они собираются где-нибудь там на лесных полянах и переодеваются в домотканную такую простую одежду, в лапти и в рубахе такие, исполняют там ритуальные танцы, ролевые игры вокруг там какого-то идола языческого. Это еще куда ни шло, но когда вот язычество принимает формы нетерпимого такого крайнего проявления и отношения к христианству, к другим верованиям, особенно к другим расам, это на уровне вот такого нацизма. Такие, к сожалению, проявления есть. Даже некоторые неоязыческие течения и секты, они официально запрещены в России. Вот. А по поводу неоязычества, вот на таком вот уровне проявления интереса молодежи к язычеству, с этим можно столкнуться. И это как... Вот то, что субкультура говорите, такая. Субкультура. Но это изучаем наши корни. Изучаем наши корни, да. Тут еще момент такой, запретный плод сладок. Понимаете, вот это запрещено. Не то, что запрещено, но не приветствуется на официальном уровне, конечно. Но с другой стороны, извините, это дисциплина учебного плана. Славянская мифология. Это вы со своей точки зрения агитируя на Я же не агитирую студентов, что верили в это. Я просто говорю, филолог должен это знать, потому что без знания вот основ славянской мифологии, значит, язычества, невозможно понять многие сюжеты литературных произведений. Многое в языке становится непонятным и неясным. Почему так говорят? Почему употребляют? Почему вот выражение «перемывать косточки»? Это связано с языческим обрядом вторичного захоронения. А, это то, что мы делаем тут на протяжении уже... Да, мы сплетничаем. А фразеологизм связан с тем, что люди верили в то, что после смерти вот опасные при жизни там, ведьмы, колдуны, они могут после смерти вставать и вредить людям, их нужно как-то нейтрализовать. Нейтрализовали их разными путями, там, наверное, вы слышали, убивали осиновый кол в могилу, посыпали там маком освященным, водой там и так далее святой. А если не помогало это, то останки извлекали, очищали от плоти, перемывали кости и при этом, конечно, давали оценку жизни этого человека поступкам при жизни. Вот отсюда семантика, это значение оговаривать, сплетничать. А потом зарывали снова. Но сам обряд вторичного захоронения, это общеславянский, хорошо известный, это описано в научной литературе. То есть вот студенту объяснить, то это надо, фразеологизм немудрёный, все этим грехом. Да, ну а мы вроде бы употребляем и много таких выражений, да, не задумываемся, наверное, которые завязаны именно на язычество. Выносить ссоры из избы, извините. А кто не следует этому обычаю, традиции в день отъезда из дома, ну, не в магазин, конечно, куда-то далеко, в этот день не выносить, не подметать в доме, не мыть посуду, не убирать. Там девочкам мамы говорили с молодых лет, волосики расчесала и не бросай лишь бы где, спрячь волосы там куда-то вот в печурку, чтобы... Потому что это все вера в то, что могут быть подвержены сглазу, порче, воздействию там и так далее. Это все не христианское поведение языческое. То, что в языке очень много таких вещей. Так и хочется спросить, вы сами вообще, зная вот все эти происхождения, обряды, вы сами пользуетесь в быту? Ну, я, во-первых, не могу сказать... Ну, осознанно, неосознанно. Я не могу сказать, что я все знаю, но что-то знаю. Вот, во-вторых,
Вообще, это такой вопрос, когда мне задают, я стараюсь от него нескромный. Уйти. Нескромный. Хорошо, да, не да. отвечайте. Я могу сказать так. Главное знать это. И вот студентам все время говорю, мне иначе говорят, более прямо. Вы сами в это верите? Я говорю, вера – это личное дело каждого. Ну, да. Я христианин, я верующий человек. Но я филолог, я языковед, и я занимаюсь мифологией. Я студентам рассказываю о том, во что верили их предки. А как относиться к этому? Ну, это дело каждого. Значит, и не настаивать нельзя. Я прошу прощения. Зачем студент вопрос? Сдать должен? Давайте тогда к другой теме. Вот вы упомянули, что книгу о современной, о том, как преломляются в современности. А вот эта вот книга «Мифологическое верование восточных славян», она вышла совсем недавно, да, в качестве учебного пособия. Да. Здесь собраны... Здесь собрано то, о чем я колдун, рассказывал. Я вот читаю. А, сразу, что такое да? колдун? Да, открываю вот на ходу. Русалка, кто это? Ну, ясно. Здесь... Велес, волос, чур. То есть это описание... Описание мировоззрения, дохристианского мировоззрения. Каким оно было, это мировоззрение, мы, к сожалению, сейчас сказать, восстановить не можем, потому что более тысячи Ваша лет Ваша интерпретация? Не то, что какая-то моя интерпретация. Я опираюсь на работы научные, довольно солидные, на традицию. В конце концов, есть программа учебная. Мы же языковеды, преподаватели, читаем курсы в соответствии с утвержденной программой. В рамках этой программы я излагаю свое, конечно, видение, но опираясь при этом на традицию, на литературу, тут большое количество источников. Вот. То есть это попытка показать студентам, молодежи необычное, архаичное, наивное, но привлекательное, интересное, заслуживающее внимания мировоззрение наших предков. Вот а как относиться к этому, это дело каждого, но знать филолога вот образованный должен. Больше всего интересно то, что, ну, если здесь собраны вот... пансион, да, языческих верований, то мы вот сейчас с вами говорим о том, что, с одной стороны, эта книжка, да, вроде бы где-то там далеко, сказки, Баба-Яга, колдун, ведьма, а с другой стороны, мы с вами говорим, что это находится вот здесь, вот прямо здесь, это живое. Да, это так, это, да, ж, это живое. Живое. Удивительным образом, несмотря на противодействие администрации, церкви, конечно, на территории восточных славян, как вы сказали, ну, были гонения такие на язычников, но не так, как в Европе там сжигали, грубо говоря, их партиями ведьм. Да. Но тоже было. Вы вспомните фильм, прекрасный фильм «Я, Франциск Скоринак», там, где Скорина, где играет Янковский, главную роль Франциска Скорины. И вот Франциск Скорина, мне особенно приятно говорить, потому что я работаю в университете Скорины. И он возвращается уже образованный, получивший образование человек из Европы, приехал к себе на родину, ну, некоторое время спустя. Он барин, он в шубе, он тогда, ну, не богатый, но и не бедный. И он видит, что мужики гонят по льду реки деревенские к полынье женщину в одной рубахе. И он останавливает и говорит, что вы делаете? Что, чувствует, что-то такое, она плачет, упирается. А они говорят, это ведьма. А что? Да вот там у Дарьи корова сдохла, там где-то дом сгорел, у кого-то ребенок заболел. Это она все виновата, ведьма. Да что вы будете делать? А мы ее в полынью бросим. Если она утонет, значит, она праведная. Ну что же, ошибочка вышла. А ведьма же не утонет, все равно, так что определить надо. А он стал говорить, что я денег вам дам, оставьте ее. Да я же, ну, образованный человек понимает, что это... Ну, при чем тут что? Он стал заступаться за нее, просто по-человечески жаль. А ему сказали, барин, ты едешь, так и езжай. А мы от традиции не отступимся. Если... Ну, это 16 век, извините, они же все в церковь ходят. Но полагают, что во всем виновата ведьма. Вот и думает великий Скорина, что же делать, и его в чем заслуга? В том, что он популяризировал Библию. Он простым языком, доступным старобелорусским языком, рассказывал людям, грамотным, конечно, о том, о чем говорится в Библии, чтобы вот было поменьше таких жестоких проявлений. Но тем не менее, вот даже в процессе нашего разговора князь Владимир, 10-11 век, сначала Перунов ставил, потом христианство, слово о полку Игореве. В нем язычество очень много в этом слове. Ярославна присутствует. Да. Франциск Скорына, 14 век. 16. 16, да. Ну да. И современность. Сталкивается.
как ни старалась цивилизация, как ни старается цивилизация, все равно это присутствует. Ну, я вот здесь пытался показать в своей вот работе о том, что в многих книгах, во многих работах, начиная с первых самых веков после введения христианства до нынешнего времени, священники, служители церкви обращаются вот к этой злободневной, животрепещущей теме язычества в нашей жизни. Ведь великий наш земляк Кирилл Туровский в своих словах тоже, это же тоже 12 век, он тоже говорил о том, что люди вместо того, что в церковь идти, так они верят и в птичий грай, верят и во встречу. А почему? Верят. Время идет. Мы вроде бы... Почему? Я говорю так, может быть, такая метафора не очень удачная. Я говорю, вы знаете, молодые люди, они тоже задают вопрос, почему? Это самый простой вопрос. Вы знаете, все вы с компьютерами вот общаетесь. Компьютер – это очень умная вещь. Человеческий мозг не успевает за быстротой мысли компьютера. Но если вы захотите поменять режим на компьютере, то вы нажмете кнопку «Поменять режим». Я имею в виду программа другая, или язык другой, и так далее. А у человека где кнопка? Чтобы нажал, и он переключился сразу. Нет такой кнопки. То есть, вот, видимо, настолько глубоки вот эти вот корни, настолько глубоки эти верования, которые предполагают восприятие природы как части самого человека и человека как часть природы, что от них просто невозможно избавиться, они так или иначе проявляются. А что такое Хэллоуин в Европе? Просвещенная Европа, все образованные, все культурные и грамотные современные люди, и все празднуют Хэллоуин. Это же языческий праздник. Это, кстати, разгул нечистой силы. Особенно на нашей территории это вообще как-то так не Ну, тоже начинает постепенно проявляться этот Хэллоуин. Но это абсолютное язычество. И значит, что делать? Вот это... Я вот хотел другое. Вы назвали, что это с природой, гармония человека с природой. Да, то есть, однозначно. Экологическая составляющая абсолютно, есть в этом пансионе, если... Особенно, когда мы говорим о стихиях, когда мы говорим о основных стихиях, о земле, о воде, о огне, о воздухе, при рассказе о символике этих стихий мы говорим о том, как человек к земле относился, как относился к воде, что вот нельзя вот то, нельзя относиться неуважительно к воде, к земле, целование земли, клятвы с землей во рту. Помните, как в «Мастере и Маргарите» Никанор Иванович Босой говорит, не брал я доллары. Это вот опять-таки стресс, он понимает, что его это ж в НКВД привезли, его убить могут. И он готов землю есть. Он на самом деле доллара в руках не держал. И этот, наверное, он поверил ему, потому что такие вещи человек говорит не случайно. Если человек берет в рот землю, он, значит, отдает себе отчет в том, что он в землю уйдет, что он сам из земли. И он не может говорить неправду. То есть отношение к земле как к какой-то святыне, однозначно вот это языческое отношение, отождествление матери земли с матерью и с Богородицей, это тоже тесно переплетено. И отношение к огню, как к святому, к священному, с одной стороны, разрушающая, пугающая, страшная стихия, а с другой стороны, очищающая стихия. Это купальский костер. Вот прыжки через костер молодых людей, которые берутся за руки, прыгают через костер для того, чтобы это чувство, во-первых, разгорелись, а во-вторых, чтобы они очистились от скверны, от всякого негативного воздействия. Тут же вечный огонь, который... И вечный огонь – это языческий. Это тоже символическое. Мы не даем отчета, что вечный огонь – это языческий символ. Потому что вечный огонь, вот этот вот огонь, вечный огонь поддерживали жрецы возле святилищ, на святилищах. Он горел постоянно. И если жрец, который был виновен в том, что огонь погасал, его там могли наказать под досмертной казнью. То есть огонь – это как связующее звено. Факельное шествие, если хотите, тут вспоминается. Между живыми и мертвыми. Ну, а церковная свеча – это... тоже такое воплощение огня, когда мы молимся, лампа, о ком-то мы на огонь смотрим. Говорят, можно без конца на огонь смотреть, как и на текущую воду. Вот. То есть отношение вот, к воде, к огню, к воздуху, к земле, подпитка земли. Это очень интересно, между прочим, вот эти
Мы только сейчас начинаем говорить о том, что полезно босиком там по земле ходить. Босиком ходить по земле, да. Да, потому что она энергетикой обладает, конечно, земля. А в сказках, о которых вы говорили, во время битвы герой ложится на землю, да, и встает, как будто бы как аккумулятору подсоединился этот телефон, да, он и работает снова. И снова меч в руки и вперед в битву. То есть Альбер Камю, с цитаты которого мы начали, относительно того, что вот язычество... Это внутреннее. Внутреннее, а христианство внешнее. Это внешнее. Вы считаете, что это... Это абсолютно верно, потому что Ярославна наверняка, когда был там праздник какой-то, Пасха или Рождество, она пошла в церковь. А когда муж пошел на войну и неизвестно, что там будет, понятно, что сердце не на месте, она обращается к стихиям и говорит о том, чтобы они защитили и ветер, и воздух, и Днепр, и солнце, не пали своими лучами. Зачем, говорит, ты простерла свои жаркие лучи над воинами моего лады? Такая красивая это вот ее обращение. Искреннее обращение женщины к стихиям. Как стихии могли не помочь? Думаю, в завершении программы, думаю, я не знаю, каждый человек, наверное, сам решает. Да, вот это все на самом деле. Это так называемая свобода совести, да, которая вот как я задал нетактичный вопрос, это так, вы так тактично от него, так сказать, на него ответили. Спасибо вам, человек, да, это так. Человек каждый сам решает, но с другой стороны, знать вот это, хотя бы знать мифологические верования славян, да. Наших предков, надо хотя бы знать. Конечно, да? Из уважения к нашим предкам, из уважения к их мировоззрению. Вот я все время говорю, предки были в нашем понимании неграмотными, то есть не такими образованными, грамотными, но они были не глупее нас. И их вот величие, их значимость в том, что они бережно относились к природе, бережно относились к окружающему миру, бережно относились к и друг к другу, если хотите. Вот потому что ими руководило... Если воспринимать... И христианское людей. Мировоззрение, и любовь ко всему окружающему, духотворение. Потому что в основе язычества духотворение всего сущего. Вот это же и сама по себе идея неплохая. И человек неплохая. Сам вписывается в этот, да. В этот общий пантеон, который, ну, как, кем он там, частица. Всего этого окружающего мира, совершенно верно. Поэтому я хотел бы меньше всего, чтобы мое выступление вот восприняли как вот пропаганда языческого мировоззрения. Я лишь рассказываю о курсе, который я читаю, и все. Я могу об этом говорить целый день. Нет, вот, это очень интересно. Целый день не будем, тем более, что у нас уже вечер, и время программы близится спасибо к большое. Завершению. Так что большое спасибо вам, Владимир Иванович, за беседу. Участие в программе. Благодарю. Да, уважаемые телезрители, напомню, что мы разговаривали сегодня вечером с Владимиром Ивановичем Ковалем, профессором, доктором филологических наук, заведующим кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Меня зовут Сергей Краснобород. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Спасибо компании Sound Pro By за помощь в подготовке программы. Всего вам доброго. Увидимся на Беларусь 4.